Так, уважаемые зрители, ну что, продолжаем дальше разбирать нашу катушечку. Видим, здесь у нас три винта и четвертый с другой стороны. Здесь они добавили четвертый винт, в отличие от Stella 10. Что можно сказать? Видим, что все у нас винтики одного типа размера. Все четыре штуки. Так, ну что, осталось снять крышечку. Видим, корпусная смазочка еще по периметру крышки держится. Видим, подшипник он у нас закреплен тремя винтиками. Ну, для чего это делать, я уже рассказывал. Это чтобы у нас внешняя обойма подшипника, грубо говоря, не шаталась в посадочном месте. И чтобы, когда у нас с этой стороны вкручена ручка, да, чтобы она у нас не создавала при вращении давления на ведущую шестерню главной пары. Моя задача сразу же проверить подшипник. Все в идеальном состоянии. Вот. Ну и вот сама главная пара. Вот так называемый нихний микромодуль 2, уважаемые зрители. Вот. Так, ну, чтобы у вас было понимание, я вот сейчас вот достану новую главную пару от Stella 10. 4000. Вот мы видим маркировку. 10-я Stella, 4000-ная. Видите, абсолютно новая. Сейчас ее распакую специально, чтобы вы посмотрели. В принципе, они у нас практически одинакового цвета, просто это у нас лежало в упаковочке, покрылось каким-то таким светлым налетом. И с виду, если посмотреть, мы видим, что пара у 10-й Stella чуть-чуть по диаметру меньше. Сейчас мы это все проверим. Ну вот, это у нас Stella 10, она у нас 31 миллиметр. И у 18-й 32 миллиметра. На миллиметр диаметр, как бы сказать, побольше, уважаемые зрители. Ну, что такое миллиметр? Это вот. Насколько что оно решает, я как бы тут вам, уважаемые зрители, затрудняюсь сказать. Ну и теперь уже четко и наглядно будет видно разницу между двумя парами. Это уже когда мы посмотрим на зубчики. Это вот у нас пара от 18-й Stella. Это от 10-й Stella. Видим, что наглядно очень, очень заметно отличается. Здесь мы видим по высоте маленький зуб. Но он такой более, как бы сказать, длинноватый и более частый. Здесь такой более толстый, более высокий, более редкий. Вот. Сказать, как бы сказать, однозначно я вам не могу, какая главная пара у нас лучше или хуже, уважаемые зрители. Но есть какая-то определенная статистика. 10-е Stella работают уже, отработали 9 лет. Зарекомендовали себя в разных условиях на отлично, изумительно, и работают хорошо. Если они не перегружаются, как любые другие механизмы, то что-то с ними не происходит, ничего. Вот как будет работать новая, как бы сказать, главная пара у Stella 18, то есть вот с таким вот микромодулем 2, покажет только время, лучше это или хуже, я вам пока однозначно не могу сказать. Есть только какие-то свои доводы, там, мысли и все остальное.
Хотя, конечно, уже я, как говорил вам, встречаются случаи, когда вот этот так называемый микромодуль 2 начинает быстро изменять свое пятно контакта, и катушка, ну, при перегрузке, когда изменяется пятно контакта, начинает подрыкивать. Это, в принципе, любая. Но вот такой микромодуль, ну, это я опять же не берусь утверждать вот закономерность, потому что, чтобы это все проверить, это нужно самому брать каждую катушку, перегружать эти пары и смотреть, да. То есть трудно сказать, как там люди рыбачат. Может, он там окорягу зацепил на 40 килограмм, подтянул ее как лебедкой там. Ну, к примеру, да. Но чувствую, что может быть такой грешок по перегрузке. Может быть, у этого микромодуля зубья длинные. И просчитать вот этот вход и выход зуба достаточно тяжело, чем это вот на таких больших зубьях, да. Ну, что, давайте откроем картиночку. И эта картиночка опять с официального сайта Shimano. И посмотрим, как они вот позиционируют это ведущее колесо, эту главную пару. Видим, что это их технология Hagan или Hagan. Не знаю, как правильно читается, холодной ковки. И мы видим снизу вот такой вот график, где написано New Stella синенький и серым Stella 14. Что этот график означает? Это пишут вот они. Перевод, ну, как бы сказать, не очень нормальный, кривой. Японский язык очень сложно технически перевести. Прямо очень-очень сложно. И простой переводчик японского языка не может перевести технически японский. И тем более, как бы сказать, Google переводчик или еще какие-то компьютерные, да, электронные переводчики. Ну, примерно скажу, как это вот мне удалось перевести. То есть они вот пишут, мощность катушки там достигается, повышенная прочность достигается просто за счет разработки. То есть вот думайте слова. Повышенная прочность достигается просто за счет разработки. Вот. Без изменения размера или материала редуктора. То есть, ну, понимаете, без увеличения диаметра, грубо говоря, или без изменения материала на более прочного, просто за счет разработки, да. То есть, и мы видим по графику, что, как бы сказать, и дальше, если переводить, будет, ну, это самую концовку, второй абзац перевожу, последний, вот. И, как бы, реализовано, и благодаря этому реализовано, как бы, на один размер выше прочность катушки. То есть, на один уровень, правильно сказать, или на один размер прочность катушки выше. То есть вот по графику мы видим, что вот эта синяя полоса у новой Stella чуть ли не в два раза выше. То есть так вот эта Stella 14-4000, а тут ее можно сравнить как бы чуть ли там не с 5000, ну, к примеру, там, ну, на размер там или на уровень прочнее. И достигается это именно за счет разработки. То есть вот именно за счет вот этих вот микромодуля 2, то есть размер практически тот же самый, да, ну, это на графике Stella 14 года, ну, а здесь на 10 мы видим на 1 миллиметр больше диаметр, вот, материал тот же самый, но вот за счет вот этого зуба, там чуть ли не в два раза у нас стала она на уровень там прочнее, надежнее, мощнее, ну, не знаю, как там правильно перевести. Блин, я считаю, ну, это реально бред, ну, мое мнение. Вот тут вот зуб, а тут они его изменили, и прям с этим материалом стало вот, прям вот, блин, на уровень, или, скажем так, на целый она это. Ну, трудно в это, конечно, уважаемые зрители, мне лично, да, поверить, да. Если фирмы какие-то или какие-то, допустим, СВ-серии катушек, да, и, допустим, та же серия СВ морских стел, если они хотят сделать прочнее, то они, допустим, берут вторичную шестерню и делают просто из стали. Вот. Не латунную, к примеру, там, или не легированную латунь, а просто берут и берут принципиально более прочный материал, и все. Вот она становится прочнее. А тут вот баловство с этой конфигурацией зуба. Ну, я понимаю, конечно, можно его сделать площадь пятна контакта в два раза, тогда, может быть, и можно, да, ну, как бы сказать, увеличить за счет этого, как бы сказать, прочность там именно этой пары. Но здесь я вот именно я не вижу, что площадь контакта реально в два раза больше. Мы видим, что
зуб он сам по себе и ниже, и не намного он как бы и шире. Но он существенно и ниже, и толщина его намного меньше. Здесь, допустим, если вы измените пятно контакта, и у вас пара зарычит, вы можете притереть, и толщина зуба вам позволяет много-много-много раз притирать, пятно контакта, тем самым уходить от этого неприятного рычащего звука и ощущения в руку, да, и дальше пользоваться как новой. То вот с таким зубом тут уже много раз притереть уже однозначно, выправить пятно контакта, уважаемые зрители, не получится. Вот. В любом случае, это я вам просто так для интереса все показываю, рассказываю. А вы имейте свое мнение по этому поводу. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Вот. Что у нас дальше? Дальше у нас ничего особого такого супер нового мы и не видим, чтобы что-то тут вот кардинально что-то вот изменялось. Видим, что все у нас нормально, никакой грязной смазочки я не вижу. Шток он еще, прям еще смазочка есть, даже он чуть-чуть пальчик влажный. Все у нас работает, все у нас окейно. Все у нас хорошо. Угу, отлично. Смазочки все у нас везде хватает. Есть немножко выдавленной смазки. Видим, есть немножко выдавленной смазки. Вот она сюда выдавливалась. Видно, что в подшипник она тоже никуда-то, выдавленная смазка не залетела. Разбираем дальше. Так, открутили заднюю крышку, которая у нас держит хвостовик бесконечного винта. Видим здесь сразу же вот такую вот шайбу-пружину. Видим вот такую вот медную шайбочку. Вот она. И после этого мы видим подшипник. Вот такая вот новая сейчас модное применение системы, которая у нас вот обеспечивает подпор подшипника. Вынимаем направляйки. Откручиваем фланец, который держит коренной подшипник вторичной шестерни. Вынимаем аккуратненько вторичную шестерню. И здесь мы видим коренной подшипник, шайба. Моя задача сразу же проверить подшипники. Все в идеальном состоянии. И вот здесь вот есть такой маленький нюансик. Как сейчас вот все виды Shimano начинают делать. Видим опять на хвостовике вторичной шестерни. Мы сначала видим, уважаемые зрители, простую шайбу. Вот она. А потом уже со шайба пружина. Вот. Изогнутая такая. Которая у нас подпружинивает. Вот. Про это я уже много рассказывать не буду. Тратить время. Я уже уделял этому время. Рассказывал про Страдики 19, когда видео снимал. Я там уже более подробно рассказывал чуть-чуть про эти нюансы. Вот. Вынимаем шток с кареткой. Вынимаем подшипник с хвостовика вторичной шестерни. Проверяем. Все идеально. Нет вопросов. Вот так вот у нас это все выглядит. Если симитировать сборку. Вот так вот это все выглядит. Вот. Также видим невысокий, достаточно изогнутый
и частый зуб вторичной шестерни, так называемого микромодуля 2. И стандартный шток из облегченного металла с покрытием и стандартная, грубо говоря, саму каретку и бегунок. Вот здесь у нас нюанс я уже рассказывал. Здесь у нас вместо подшипника теперь стоит втулка с демпферным кольцом. Вынимаем. Вот видим, что у нас здесь теперь втулочка с демпферным кольцом. Вот, в принципе, бегунок сам по форме точно такой же, как на 14 стеле. Остается у нас бесконечный винт и шестерни привода бесконечного винта. Вот так выглядит бесконечный винт. Сейчас мы видим, он такого золотистого цвета, как и главная пара напыления в хвостовике имеется. Подшипник. И также в другой части тоже стоит у нас подшипник, на который упирается другой конец бесконечного винта. Вот шестерня привода. Вот так это все в сборе выглядит. И переходные шестерни привода. Вынимаем вал и легким аккуратным движением вынимаем остальные шестерни привода, все они с покрытием. Конфигурация корпуса немножко изменилась. Видим, есть вот такой как бы общий наплыв, да. Но тем не менее, ну это что у нас сделано, как бы сказать, за счет этого более получается как бы отцентрована центр. И, соответственно, что-то они пытаются сделать под монокок. Но, тем не менее, от монокока они отказались. Монокок у нас, конечно, сделан как на дайве. Он позволяет по всем осям более точно выставить главную пару. Осталось еще, уважаемые зрители, проверить и посмотреть, в каком состоянии коренной подшипник первичной шестерни. Тоже все в идеальном состоянии, уважаемые зрители. Видим, что качество подшипников на 14 и на стеле 18, оно уже далеко не такое, как это на стеле 10 года. Однозначно не такое, точно могу сказать. Вот, и эти новые подшипники более низкого качества начинают тыкать во всю серию Шимана. Для Стелла они, наверное, выбрали и для топ-дивизиона, как и для Твина, для Ванкиша и для Стелла они, наверное, идут одного класса, а все, что ниже, они там уже идут уже совсем другого класса подшипнички. Ну, в принципе, тут уже особо такого интересного я ничего, уважаемые зрители, не вижу, чтобы, ну, о чем-то уже, ну, можно мне рассказывать. Да, можно еще о том поговорить, все рассказывать. Ну, вы понимаете, если я каждое видео буду снимать и в каждой катушке буду, блин, про все подробно рассказывать, все это, ну, очень тяжело, как бы сказать, и из раза в раз повторять почти про одно и то же, что сейчас применяется на многих катушек, ну, на многих катушках фирмах Шимана. В принципе, я для себя уже особо ничего такого не вижу, на чем можно сакцентироваться и остановиться, уважаемые зрители. Ну вот, уважаемые зрители, мое видео помаленьку подходит к концу. Катушечку я собрал, все работает идеально, ручка у нас крутится под своим весом, ход максимально плавный, шум, кстати, тоже стал пониже. Вот
все, что я хотел, в принципе, сказал я не про все, сразу же скажу, да, потому что, ну, неохота было тратить время. Но на что я заострил внимание, для меня это было как бы, ну, интересно, ну и важно. Остался еще один маленький нюансик, хотелось бы взвесить обе катушечки, это Стеллу 10 года и Стеллу 18 года. Они у нас в одинаковом размере, 4000, вот, возьмем весы. Включим и сейчас попробуем это сделать. Цифры, я думаю, у всех на экране. Ну, как видно, разница небольшая, буквально в 3 грамма. Ну, тут еще плюс намотанные шнуры. Шнуры, понятно, что разные, но намотанные под бортик шпули. То есть в целом, что я хотел сказать, да, грубо говоря, и показать, видно из взвешивания, что как бы на чем-то как-то сильно бы Стелла не экономила. В принципе, вес их остался приблизительно один и тот же. А, значит, как бы в целом какая-то надежность, да, по каким-то элементам, деталям она осталась приблизительно на том же уровне. Вот, и единственное, что я хотел отметить, что вот это действительно новый стопор обратного хода. Он у меня пока вызывает большое подозрение. И осталось только на практике посмотреть, как он будет работать. Ну, со временем какой-то эксплуатации, да, грубо говоря, его загрязнение, его выработка и холодное время суток, мне кажется, однозначно даст знать, когда он будет отказывать. Вот. Старые стопоры обратного хода гораздо меньше подвержены этому всему моменту. Ну и в принципе, если на каком-то моменте старые стопоры обратного хода начинали производить отказы, их можно было как-то маленько там подрегулировать, да, то есть сместить, там вот эта планочка, она двигалась, да, ну, который мы флажок поворачиваем, включаем, выключаем, да, но даже потом на катушках там серии переходного года, ну, я имею в виду там, начиная там с 15-го и по 18-й, там у них еще такой своеобразный стопор обратного хода, там флажок убрали, но, скажем так, штырек вот этот, ну, который, ну, для флажка и место для флажка, да, который переключает стопор, оно осталось, да, и в случае, там, если что-то он еще проскакивает, можно было на этот флажок, там, как бы сказать, надеть кембрик, там, или еще что-то, и чуть-чуть, как бы, сдвинуть эту внутреннюю планку, там, и подзажать этот стопор обратного хода, да, и, ну, чтобы он не отказывал, да, то на этом стопоре обратного хода, как я понял, практически этого сделать уже будет невозможно, вот. Ну, а что могу сказать, в целом, катушка очень качественная, все сделано в лучших традициях Шимана. Шимана сильно не отступила именно в топовом сегменте, именно во флагмане от своих традиций, не стала делать там пластмассовые корпусы, пластиковые, да, пластиковые роторы, все у нас в металле. Ну, чуть-чуть сэкономили там на некоторых паразитных шестернях, да. Это которые шестерни привода бесконечного винта, да, то есть они там пластиковые, вот, но в принципе, я думаю, это не сильно скажется на работоспособность, если туда не будет попадать влага и не будет минусовая температура и не будет она замерзать. И, ну что, да, бывают такие случаи, попадает влага, она там на этих, как бы сказать, зубцах этих шестеренок замерзает или вообще куда-то в механизм попадает влага, она подклинивает, да, как бы катушка. Человек утром встает, еще минус, бежит утром покидать на водоем сразу же от палатки, начинает силой крутить ручку, чик, и эти пластмассовые зубчики, они, грубо говоря, проворачиваются, либо загибаются, либо их просто срезают, да. То есть такие моменты есть, я на Дальнем Востоке как бы сталкивался с такими нюансами. У нас большой перепад температур, от этого как бы это имеет место быть. Ну, я думаю, не только на Дальнем Востоке. Вот, ну, все, уважаемые зрители, видео подошло реально к концу. Всех рад вас видеть. Пишите ваши комментарии, что вы об этом думаете. Делитесь этим видео с друзьями, ставьте палец вверх. Ну, а мне остается только сказать до свидания, до новых встреч.